Всем привет! Меня зовут Наталья, и вы на канале Свитшот Всем. Сегодня я покажу вам, как сшить такую легкую летнюю шапочку из рябана с лайкрой. Можно также сшить из кашкарсе или из кулирки, или из любой другой тоненькой хлопковой ткани. У меня есть такой отрез рябаны пудрового цвета. И вот такая заготовка-выкройка. Ссылку на то, как ее сделать, я прикреплю в описании к видео. Высота шапочки будет 25 сантиметров. Чтобы определить ширину шапочки, нужно знать растяжимость ткани. Итак, смотрим. Берем 10 сантиметров ткани и растягиваем до комфортного состояния. У нас это где-то 14 сантиметров. Затем высчитываем ширину. Объем головы, на которой будем шить шапочку, 54 сантиметра. Коэффициент растяжимости будет равен 10 делить на 14, 0,71. Умножаем объем головы на 0,71, получаем 38 сантиметров. Плюс прибавляем 1,5 сантиметра на припуске под оверлок. Итого 39,5. Так как кроить мы будем в 4 слоя шапочку, поделим 39,5 на 4. Получилось около 10 сантиметров. Сейчас покажу на бумаге, как мы будем кроить на ткани. Итак, складываем ткань в 4 слоя шириной 10 сантиметров. С той стороны, где будет задний шов, мы отмечаем малую выточку. С другой стороны, соответственно, боковую выточку. И врезаем. Вот так должно получиться. Вот что у меня вышло. Теперь стачиваем малую выкройку на оверлоке 4-ниточным оверлочным швом. Отглаживаем. Вот что у нас получилось. И стачиваем задний шов. Теперь задний шов отгладим. Теперь стачиваем верхний шов. Раскладываем швы предыдущие в разные стороны, чтобы было меньше утолщения. Заправляем нитки в шов изделия следующим образом, с помощью большой иглы с тупым концом. Оверложиваем низ шапочки. Теперь подгибаем на 2 сантиметра и отутюживаем. Далее идем на швейную машинку и с помощью двойной иглы прострачиваем низ.
Вот так это смотрится внутри. Похоже на плоский шов распашивальный. Хорошо тянется и возвращается в свою прежнюю форму. Очень удачный шов. Вот такая шапочка получилась. Шейте с удовольствием.